Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов недавно стали гостями нового шоу. Звезды, известные своими непростыми отношениями, вывели друг друга на чистую воду, а зрители смогли узнать о них много нового. Вопросы в откровенном диалоге звучали весьма провокационно. Например, Ольга поинтересовалась у звезды Comedy Club, стоит ли ей увеличивать грудь, а также попросила его ответить на слухи о том, что он гей. Считаю, нет. Лично мое кредо, уж лучше нолик, но свой. Описал Батрутдинов привлекательные для него женские формы. Что касается сексуальной ориентации, тут артист высказался определенно, заявив Бузову, что у нее уж как раз вопросов к нему по данному поводу быть не должно. Если в ходе шоу один из собеседников считал, что другой говорит неправду, он нажимал под столом специальную педаль. Бузова и Батрутдинов знают друг друга больше 13 лет. Пару неоднократно подозревали в тайной связи, но сами артисты предпочитали сохранять интригу и не распространяться о своих настоящих чувствах. Теперь же певица и комик запускают совместный проект. Теперь Тимур знает, что Ольга была в него влюблена, а Бузова, что Батрутдинов идеальный любовник. К слову, услышав об этом, Ольга очень смутилась, мучительно покраснела. Но при этом артистка пока не готова выйти за него замуж. «Ты за мной даже никогда не ухаживала», — упрекнула она Тимура.